Если найдешь, дай мне. Это по А это наша знаменитая бабушка Рая. Помаши всем, передай привет. Это наш салат Назико.
Так, это наш черешневый компот. Есть на канале. Так, один сюда, один туда. Так, квас. Там еще вода есть, Надя, газированная. Ждем гостей. Смотри, кто пришел. Иди смотри. Что ты здесь делаешь? Мама! Надо же! Куда пошел? Так, смотри, там квадратная. Güzel eğlenmedi baktın yani gözlük ama bu tarz şey ya gerisi rozu eğlendi rozu oran oruyla bura bir değil mi? Yani orada orada bir daha bu zamiye bu dalışları yok biz bunu çektarı değil biraz gözlüğünü keçer yok biz keçer plasmas ve manis kaşık yüzdesini el alış buraya el bu keserle sınıf yoldaşım vardı gözlüğü diyen takma Ты просто поближе сжимать ее, найти. Глаза будут болеть. Рауль, куда мы едем? Поход. Поход? Или на шашлыки? Поход. Поход на шашлыки? Конечно. А это что у тебя рядом? Твой матрас? Конечно, мы никого не едем. Вот, смотри. А Максут куда едет? На куда? Поход. Понял? Понял. Понял. Едем на шашлыки. И остановились на заправке. И едем к Адальди. Едем в Зеленогорск.
да, Раулька? Папа нас везет и везет. Куда ты нас везешь, Асиф? Санкт-Петербург закончился, Россия уже закончилась. Мы едем и едем, едем и едем. О боже, разгружаемся, мы переезжаем. Нашли местечко. Ну что, Раулька? Что? Тебе удобно? Да, мы сделали тут кроватки. Сделали кроватки? Да. Тут Настёлка будет спать, тут я, тут мама, тут папа, а мы тут будем кусать. Угу. Правильно? Правильно. Смотрите, какой экран. Во, красивый. Посмотрите, А что у нас тут? Опа! Опа! У нас макароны есть. Макароны хочешь? Да. Ну да. У нас еще макароны есть. Зачем нам макароны? Макароны — это вкусно. У нас тут мясо, курица. А, дай мне... На твои печеньки, конфетки. Вот это было, вот это. Надо сделать салат. Тут у нас курица. Собираем наш мангал. Вау! Так, дай нож, посмотрю, картошка там приготовилась или нет. Ну, мне кажется, вот эти маленькие приготовились. Thank you.
Макс вот уснул. Уже проснулся? Пошли на самокате кататься. Мясо мягкое. Аж спать хочется. Хорошо поспал? А? Муравьи в нос не залезли? Нет, я не хочу. А Раулька хочет макароны. Я на кого не хочу, где они голодные? Кто на шашлыках макароны хочет, Рауль? Я! Вот именно, только ты. Там грибники ходят, Ася. Угу. И собирают грибы там, где люди в кусты ходят. Грибы бывают после дождя. Нет, меня всегда удивляли грибники, которые ходят собирать грибы там, где люди ходят в туалет. Как вам мои шашлыки? Никакие. Ты же даже не пробовал, зараза. А ты сама ворвался. Скажи всем пока-пока. И еще увидимся. Пока-пока.